Итак, всем привет, друзья! В этом ролике мы будем обновлять уже имеющийся macOS Big Sur. Обновим до macOS Monterey. Я уже скачал macOS Monterey. Вот она. Нажимаем. В Open Core ничего трогать не надо. Он у нас настроен максимально верно. Графический пикер мне тоже не к чему. Мы просто берем, обновляемся, как на обычном Mac'е. Просто ожидаем. А теперь мы перезагружаем наш Macintosh. Берем и перезагружаем. Войдем с Apple ID, так как у меня сервисы уже работают. Про то, как завести сервисы, есть у меня на канале видео. Поэтому переходим, смотрим. Будет ссылочка и в описании, и справа вверху. Тут мы нажали продолжить. Все. Все, перед нами macOS Monterey. В один клик, скажем так. Это Hackintosh. Загрузчик Open Core. Работает замечательно. Мой iCloud уже подгрузился. То есть сервисы, все, контент и покупки. Но, ребята, небольшой анонс. Мы неспроста выбрали SMBIOS с вами MacBook Pro 14.3. То есть MacBook Pro 2017 года. В следующем ролике мы поговорим о том, как завести встроенную графику неподдерживаемых компьютеров Mac, то есть те компьютеры, которые Apple выпилила, а их очень много. Это MacBook Pro 12.1. 2015-16 годы, то есть Ventura у нас начинается от 17 года и выше, поэтому она здесь доступна, потому что мы поставили SMBIOS. А если вам понравился этот ролик, лайк, подписка и обязательно комментарий. Если есть какие-то вопросы, пишем комментарий, мы обязательно почитаем и ответим. Спасибо за просмотр, спасибо, что были с нами. До встречи в новых роликах. Всем пока!